Всем привет! Первые февральские выходные на горизонте. А это значит, пришло время рассказать о прогнозе погоды на ближайшие выходные. В субботу ожидается облачная погода с нежными осадками. Столбик термометра днем покажет минус 1 градус, ночью минус 3. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится. Днем столбик термометра покажет минус 3 градуса, а ночью опустится до минус 8. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.